На наш гаражный кооператив находится 100 гаражей. Плюс еще у нас гаражный кооператив «Авторемонтник». Там еще порядка 26 боксов, подземные гаражи. Вчера начали поступать звонки от собственников гаражей, что не могут выехать, попасть в гараж, все перекопали. Что такое, никто ничего не предупредил. Документы все выданы, администрация, ордер на вспышные работы, у них все документы есть. Но то, что мы тут как-то должны внимание свое заслужить, об этом нигде не было сказано в этих документах, нигде не отображено. Вот этот участок дороги по нашим документам находится в сервитуте, общего пользования дорога. Вот. Но они копают сейчас в этом месте, тоже на нашей территории. Прокопали уже вот тут вот весь кооператив, примерно вот до середины. Пришел в гараж, тут все раскопано. Что делать-то? Блин, машина нужна. О, выгнать не могу. Обещали, правда, сейчас закопать, ну не знаю. У них сварщик еще к тому же нет, который трубу должен сварить. Ну, обещали до конца дня. Машина нужна сейчас. Повесили вчера вечером, вот объявление, вон, кстати, вон на воротах висит, ну и все, больше ничего. Нет, никто не уведомил, ничего. Говорят, согласование было в администрации. Ну, даже должны председателя, по идее, предупредить хотя бы. Ладно уж нас там, но председатель должен быть в курсе, никто не в курсе ничего, абсолютно. У нас гарантийное письмо до 10 августа мы должны. Люди до 10 августа, в принципе, сюда не попадут, да, в свои гаражи? Почему не попадут? Сегодня попадут. Ну, там жили, там невозможно проехать. Ну, в один день не делается это. Да, перебили кабель, питающий кабель гаражам. Люди теперь тоже остались без света. Не знаю, наверное, восстанавливать не будут, так что даже нету речи у них про это. Администрация на вскрышные работы указали, что дорога имеет грунтовое покрытие. Но тут у нас твердая дорога с твердым покрытием. Ну где-то с твердым, где-то не с твердым. Далеко у нас твердым. А в каком месте не с твердым? Ну это давайте отдельный разговор. Почему не предупреждали нас? Вас должны были предупредить, вы должны были на слушаниях быть. Кто? А? Ну как? Документы прошли слушания, все там, вас должны были, тем более земля под вами есть. Ни одной подписи, ни звонка не поступало. Мы с вами разговаривали. Разговаривали неоднократно, вы так не услышал ответ. Я вам не могу дать ответ, я вам сказал, что мы с вами предварительно говорили, вы об этом узнали. Предварительно это когда? Это когда это вам надо было тогда туда обращаться, или вам даже у вас я должен. У вас должны были, администрацию и так далее. Администрация должна уведомить, что вы проводите работу? Нет, что не мы, что на их территории, за их территорию отдаются под эти дела. Я должен каждый день ходить в администрацию, узнавать.